прозвучат четыре пьесы для фортепиано великого популярного советского композитора Валерия Александровича Гаврилина, «Мушкетеры», «Часики», «Вальс» из балета «Анюта», «Тарантелла» из балета «Анюта» из цикла «Зарисовки» в редакции профессора Рижской консерватории Рафи Хараджаняна. Исполнение этих пьес посвящается памяти выдающейся пианистки Норы Навик, которая в том числе выступала в составе рижского фортепианного дуэта с Рафи Хараджаняном. Именно этому дуэту Гаврилин посвятил свои пьесы. Наталья Гергиева, Николай Васильев. Thank you.
Thank you.